На территории Кызылординской области опасность паводка до сих пор остается высокой. Есть повод для беспокойства и у наших земляков. В районе села Маякума Атрарского района русло Сырдарьи сковано льдом. Но специалисты утверждают, что ситуация находится под контролем. Опасность населенным пунктам грозит в том случае, если будут сильные дожди или резко начнет таять снег. А в Коксарайском контррегуляторе уже собралось более 2 миллиардов кубических метров воды, в то время как вместимость водохранилища 3 миллиарда кубов. Чтобы быть готовыми к паводкам, специалисты касселя защиты обследовали русло Сырдарьи с борта вертолета. Мы все сообща решали проблему безопасности власти и жителей сел. Дамба старая, полуразрушенная, на нее надежды нет. Мы укрепили берега песком, положили 7 или 8 тысяч мешков. Спасибо народу. Остался снег в горной местности Тулебийского, Тюлькубасского и Байдебекского районов, на перевалах Одаман-Булак и Таско-Мырсай. В районе некоторых населенных пунктов идут укрепительные работы. По заданию департамента ПЧС мы укрепляем берега. Уровень реки Боралдай поднялся, поэтому здесь ведутся такие работы. Мы работаем уже 10 дней и будем работать, наверное, еще столько же. Данияр Худайбергенов, Ербол Макашев, информационная служба телекомпании «Отрар».